И снова всем здорово. Китайцы прислали специально в таком мусорном пакете, но здесь находится нанотехнологическая машинка, которая у нас может ездить на обычной воде. Давайте посмотрим, что это такое. Меня зовут Игорь, вы на канале «Просто посылка из Китая». Поехали! Покупать на AliExpress безопаснее с AliTools. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видеообзоры. Не дайте себя обмануть. Этот черный пакет я получил за 17 дней. Others Toys and Hope, 0,48 кг. У нас вес $1 оценен. Актуальная ссылка на сайте AliExpress будет под этим видео в описании. Переходите и смотрите. Секретная разработка китайских инженеров. Вещь сумасшедшая здесь у нас находится. И посмотрим, что оно из себя представляет. Коробка, наверное, в ужаснейшем состоянии. Я по ощупу уже это все вижу. Хотя он и старался здесь нам сделать много пупырки. Но все равно, как видите, все здесь в таком вот виде. На подарок кому-то будет, наверное, не очень хорошо. Просите паковать лучше. Вот такая вот у нас машина здесь внутри, но дело в том, что ее нужно у нас еще и собрать. Давайте попробуем с вами это сделать. Вот у нас все запчасти, все, что здесь есть. Оп, камеру не завалил. Все, в коробке больше ничего нет. Есть вот у нас здесь инструкция и есть детальки. Я думаю, что у меня получится собрать. Открываем, посмотрим. И вот все, что у нас, собственно говоря, здесь есть. Так, разбираемся с инструкцией. Ой-ой-ой, как все здесь вроде бы сложно. Но я думаю, что все-таки я умнее китайцев в плане сборки. У нас все получится с вами. Вот так это все выглядит. И попробуем с вами сейчас мы собрать. Я попробую в ускоренном виде это все сделать, и вы просто все это увидите. А потом, конечно же, и протестируем. Поехали! Ну что ж, все я собрал, в принципе сложного особо ничего здесь нет, но вот единственное, что нужно доточить эти все колеса, видите, какие получаются огрехи, потому что пришлось брать надфилечек для ногтей и шлифовать колеса, но все равно они как-то странно крутятся, и моторчик сам внутри он не особо хорошо достает. Берем соленую воду, бросил я сюда пару ложечек соли, размешал, давайте набираем нашу пипеточку соли и будем капать вот в эти вот отсеки. Сюда вот прям опускаем пипетку и начинаем заливать воду. После того, как мы сюда залили воду, хорошенько так зальем давайте. И надо задвигать вот это, но вот там внутри контакты, они также надо очень хорошо их туда задвинуть.
И лучше, конечно же, приложить, я вообще приклеил, потому что они очень выпадали. Ну что ж, момент истины. Задвигаем нашу машинку. Может быть, даже и поедет. О, мотор загудел, а колеса... О, и колеса закрутились, смотрите. Реально работает. Я, в принципе, удивлен, но не удивлен то, что не очень хорошо попадает. Видите, как бьет. Ну, давайте поставим. Ну, так. Гудеть гудит, а ехать не особо хочет. Давайте посмотрим, в чем причина. Сейчас откроем наш отсек и посмотрим. Ну, мотор, смотрите, крутится, а вот сама шестеренка вот эта от колес, она очень плохо достает к мотору. Сейчас я попробую отодвинуть либо подвинуть сам моторчик. Но все равно не очень хочет она у нас ехать. Еще подвинем. И сам мотор туда. Не, колеса слишком тугие. Вращать она их не хочет. Ну, в принципе, суть вы поняли, что все работает. Может, мне такой брак попался, может, они все такие идут. Ну, буду с вами на этом прощаться. В принципе, суть вы увидели. Может быть, у вас лучше получится. Купите, соберите. В принципе, ничего сложного нет, как поразвлекаться и собрать, и потом взять соленой воды, капнуть, и она поедет у вас. Это будет очень круто. С вами был Игорь, канал Просто Посылка из Китая. Будем и дальше с вами открывать интересные различные товары. Машинка недорогая, поэтому, я думаю, можно поэкспериментировать. Желаю всем вам удачи, классного настроения. Поддержите меня лайком, я старался для вас. Ну, не очень хороший эксперимент получился, тем не менее, я вам показал. Всем пока!